Наступила осень, а скоро уже и зима. А это самое лучшее время, чтобы варить классные, вкусные, замечательные, нажористые, очень ароматные, сытные и вкусные супы. Этим мы с вами сегодня и займемся. Приветствую вас, мои дорогие любители вкусного и интересного. Рад видеть вас на канале Доброслава 13. Но суп мы будем с вами варить не простой, а очень вкусный, которым замечательно угощать друзей, который прекрасно будет употреблять на природе с солнечными осенними деньками, либо после промозглой прогулки по лесу. И этот суп называется, хотя, наверное, по названию ролика вы уже догадались. Друзья мои, сегодня будем делать глинтвейн. Глинтвейн, как многие его называют, самый вкусный осенний суп. Ну что ж, друзья мои, что в глинтвейне самое главное? Так же, как и в хорошем супе, в глинтвейне самое важное – бульон. Нажористый, классный, ароматный. И бульоном здесь выступает у нас красное вино. Я вот уже бутылочку красного вина перелил к себе в кастрюлю. Брать какое-то очень дорогое, изысканное вино здесь нет никакого смысла. По той простой причине, что мы будем добавлять множество пряностей, мы будем добавлять сюда апельсин, мы будем обогащать вкус, и поэтому брать что-то такое очень дорогое, изысканное, с какими-то нотками, полутонами вкусов, вино не стоит. Ну и, конечно же, брать там какой-то шмурдяк за 115 рублей из светофора тоже категорически не рекомендуется. Для глинтвейна я сегодня вот не буду там как-то вот много чего показывать действий, а просто расскажу основные правила, основные принципы, как я готовлю глинтвейн, какой нравится моей семье, моим друзьям и мне самому, конечно же. Вино какое? Обычное, нормальное, среднее вино. Там за 350-400 рублей бутылку вполне сейчас тех же российских вин можно найти превеликое множество. Тех же итальянских вин вполне себе можно взять по акции. Оно должно быть виноградным, хорошим, ароматным, и вам должно нравиться пить его в чистом виде, потому что это основа, а основа как бы задает всю прекрасную композицию нашего будущего глинтвейна. Я всегда выбираю сухие вина, другие как бы практически никогда у нас в семье не пьются, что мне, что Насте нравятся сухие вина. Все равно, как бы, хотя мы будем править вино, наш глинтвейн, сахаром, сразу прям вот отправляю сюда сахар в вино. Можете, конечно, взять полусладкие вина, тогда сахар регулируйте на свой вкус. Что еще из важных моментов? Какие пряности я беру? Я беру всегда обязательно одну маленькую палочку корицы. Пляшем мы из расчета стандартной бутылки 0,75 литра. Я беру звездочку бадьяна. Если у вас нет лютой ненависти к анису, к бадьяну, то я очень и очень рекомендую использовать здесь одну звездочку. Десяток горошин душистого перца, именно душистого, не черного, который вот там поляки ангелова пряность называют, по-английски он называется allspice, то есть все специи. У него очень интересный, приятный аромат, и он здесь не дает какой-либо там остринки. Он нужен именно вот для гармонии аромата. Можете добавить также 2-3 коробочки кардамона. У меня вот нет кардамона, что-то кинулся, не нашел. Но кардамон здесь будет также хорош и уместен. Апельсин, конечно же, апельсин. И я, чтобы потом проще вылавливать гвоздички. Гвоздики я беру много, где-то штук 12, а то и 15 на бутылку вина. То есть мне нравится очень пряный такой вот, насыщенный, даже может быть с избытком насыщенный аромат гвоздики в данном напитке. Он для чего здесь нужен? Это как бы вот такие новогодние ассоциации, зимние ассоциации, либо ассоциации, не знаю, там, от наших поездок в Европу, когда мы там гуляем и потом угощаемся на праздничных площадях глинтвейном. Вот у меня как бы от глинтвейна такие ассоциации. Но апельсин я не буду как бы целиком отправлять в наш самый вкусный осенний суп, а разрежу просто пополам, чтобы он лучше отдавал свой вкус и сок. И потом, как бы, я даже уже после того, как сварю глинтвейн, выдавлю дополнительно сок из апельсина, чтобы он сделал его еще более насыщенным. И я добавляю, мы варим суп, а какой суп без лаврового листа? Один такой небольшой лавровый листик. Казалось бы, лавровый лист в таких напитках, но он здесь действительно, друзья мои, очень-очень хорошо создает свою, как бы вот,
такой шлейф, завершает всю композицию. И я в свое время, не помню у кого-то, по-моему, у товарища Лазерсона, подглядел идею, когда мы вина берем такие не очень танинные, без излишней терпкости, добавлять соточку. Чего? Как вы думаете, чтобы задать танинность, насыщенность, терпкость нашему глинтвейну? Крепко заваренного чая. Вот, а вы сразу о чем вот вы подумали, друзья мои? Крепко заваренного чая. Отправляем сюда же, к нашему глинтвейну. И теперь я сейчас отправлю все это на плиту, либо можно там вообще это все делать на мангале, когда жарятся шашлыки, все прогревать. Но важный момент. Никогда не кипятите глинтвейн. Не надо, чтобы там было какое-то бурное кипение. Мы должны его именно хорошо-хорошо прогреть, дать всем пряностям, отдать свой вкус, аромат. Но мы при этом не должны выгонять алкоголь оттуда. Кстати, если не пьете алкогольные напитки по каким-то там убеждениям, либо показаниям, замените вино на хороший сок красного винограда. Вот прям хороший, насыщенный, богатого вкуса. И сделайте безалкогольный глинтвейн. Будет тоже достаточно вкусно. Тем более, если не пьете алкоголь, вас этот напиток очень и очень порадует. Ну, а мы же пьем разные вкусные напитки, знаем меру при этом. Поэтому я отправляюсь греть на плиту. Перед тем, как подавать уже в горячий глинтвейн, я добавлю сюда крепкого алкоголя. Чуть-чуть подкреплю. Мы чаем понизили градус. 50 мл на бутылочку. Здесь уже смотрите сами. Можно использовать ром ароматный, такой пряный, хороший. Можно добавить бренди, можно добавить коньячку. Там, ну, не надо какие-то там брать, там, я не знаю, там с 20-летней выдержкой, да? Но хорошего коньячку или бренди добавить будет превосходно сюда. Я же люблю усилить вкус апельсина в глинтвейне. И поэтому я вот Куантро добавлю 50 мл на бутылку красного вина. Сами знаете, что Куантро это отличный, превосходный просто апельсиновый такой напиток с апельсиновой горечью, вот, и сильным-сильным апельсиновым ароматом. И он поможет здесь нам выправить, соответственно, более апельсиновый вкус сделать. Вот такой вот мой выбор именно на сегодня. С крепкими алкоголями, добавляемыми в глинтвейн, всегда можно играться по настроению. А можно их вообще не добавлять. Варите глинтвейн минут 15, а то и 20. И смотрите, вот в идеале это самый-самый минимальный огонь должен быть. И поддерживалось его, чтобы температура градусов 80, не больше. Не надо, еще раз подскажу вам, кипятить глинтвейн. Ничего хорошего из этого не будет. А после этого гости пришли и, соответственно, разливаете по кружкам. Я сегодня купил чудесную, замечательную кружечку, которую покажу вам на дегустации из гусь хрустального. Больно она мне понравилась. Я думаю, глинтвейн в ней будет просто превосходен. Ну что ж, друзья мои, я пойду настою глинтвейн, сварю его и настою. И с вами увидимся уже на дегустации. Не отключайтесь. Костерок горит, нажигаются угли, чтобы пожарить вкусных шашлычков. А глинтвейн-то, глинтвейн уже готов. За вас, друзья мои. Теплый, горячий, я бы сказал. Класс. Вкусно, нажористо, очень ароматно. Вот эти вот приятные, очень апельсиновые такие тона, усиленный куантро здесь еще. Но это уже дело на любителя. Пряности все играют. Красотища. Желаю вам, друзья, хороших выходных. Их впереди будет еще очень-очень много. Балуйте себя такими вкусняшками. И себя, и своих друзей, и своих близких. За вас, друзья мои. Красотища. Пока-пока. Скоро увидимся. Будет вкусно и интересно.